Так что, кому я там еще не ответила, на какие комментарии. А, был еще комментарий, почему я не поехала за детьми в Польшу. Я уже несколько раз об этом рассказывала. Не было возможности никакой. Мало того, я оказалась в Детройте, мне открыли визу. И если бы мне рассказали правду, в какие условия я попаду и где буду работать, я бы никогда в Америку не сунулась бы. И слава богу, что человек, который выслал мне приглашение, я на нее дулась, на эту, ну, знакомую свою, много-много лет. И сейчас я ей благодарна, что она не рассказала мне всей правды, где я окажусь, чем я буду заниматься, что такое клининг. Иначе я бы сейчас с вами здесь не говорила, в этой прекрасной машине. Так что опусти стекло, а? Окей. Так что смотрите мои предыдущие видео, а мы поехали домой. Мамечка, дай ручку, я тебе поцелую ручку. Дай. Да ладно, не надо. Дай, ну дай ручку, я тебе сказал, я тебе поцелую ручку. Дай, дай, дай. И Буся хочет поцеловать тебе ручку, видишь, да?